оно присутствует. Поэтому, если вы занимаетесь какими-то восточными моментами, то у вас вот она эвольвент, но она все равно присутствует. Если вы занимаетесь больше, скажем так, европейским, славянским там и так далее, да, то эвольвент вот это вот. И та, и другая эвольвента позволяет удерживать правильное равновесие, перераспределение сознания там и так далее. Поэтому хороший каратист, вот вчера, по-моему, речь шла в том карате, это хороший каратист, он работает по всем тем же самым принципам. Плохой работает по форме. Плохие обычно, им сказали, вот они ногу вот так. То есть он отрывает ее, переставляет. Хороший, он оба, он телом, смотрите, раз, тело дал, и нога пошла. То же самое. Мы работаем немного более амплитудно, потому что у нас центр массы, да, или центр соединения наших мышц, да, середина находится выше. То есть у восточников, у них дантян здесь находится, да, поэтому они вот этот передвигают. То есть они не эту точку передвигают, обратите внимание, эту точку передвигают. Ну, значит, при движении опять раз, собрали в этой точке, из этой точки передвинули. Мы собираем в этой точке, мы постоянно сидим не на калачиком, а так, да, поэтому собираем в этой точке. И эту точку передвигаем. То есть, если я, допустим, буду передвигать эту точку так же, как японцы, да, у меня вот такое движение будет. То есть оно неестественно. Поэтому я передвигаю его таким образом. Поэтому нога идет здесь. Но если вы работаете на этой точке дантян, то передвижение должно быть здесь. То есть вы можете не переучиться, а просто вот эту сноску обязательно учитывать. Если же вы постоянно сидите калачиком, то есть уже ну, больше восточник и так далее, начнете работать с этой точки, у вас еще не получится. Или если я по духу, скажем так, европеец, да, и у меня здесь сборка, а я начну работать той точкой, да, то есть у меня будет неестественное движение, я буду зависать, буду получать. Вот и все. Поэтому мы работаем на этом движении. Восточники работают на этом движении. Для меня оно немного неестественно, но если я буду давать вперед дантянь, да, то оно. То есть научиться можно, но это нужно перестраивать свою механику и свою философию. Ну и постоянно сидеть калачиком. Выкинуть нахрен все стулья из дома, только циновки, подстилки и так далее. И тогда у вас опустится. Это не энергия опускается, это точка сборки опускается. Точку дантян. Не более того. Все остальное мистика, которую ну, можно наговорить очень много. Поэтому здесь перевели в работу. Собрали здесь, видите? Теперь эту точку я как бы по волне пускаю, перевожу с работы. Опять здесь собрал, видите, в этом точке. Собрал. Ее перевел с работы. То есть переводить ее нужно по дуге, под 45 градусов получается дуга. Но сборка происходит здесь. И обязательно раскрывать грудную клетку, чтобы произошел, во-первых, вдох непроизвольный, во-вторых, чтобы войти в поле, да, включился резонатор грудной, сердце. Поэтому вот я освобождаю. Я как бы вот эту точку сборки потом перевожу выше на сердце. И от сердца уже работаю. Поэтому раз, оп, сердце. Сработает. Но здесь точка сборки именно здесь. Отпускаем, она поднимается. То есть обратите вот внимание на мою руку, да? Вот я. Теперь когда я отпускаю, она поднимается выше. И отсюда уже где-то. Поэтому вот, раз, и уже вот он от сердца. То есть вот это для нас естественное движение, для тех, кто ну, привык собирать мышцы, скажем так, в этой точке.